этот молодой человек, которого мы сегодня обвинили, наконец-то, вот, сделали педозру в Дерзраде, да, вел себя абсолютно по-хамски не только на своем каналчике, где 70% подписанных из соседних стран, да, которые кем-то финансируются, но и выступал на украинских каналах, что вызывало у меня и у всех нормальных людей, кто когда бы слушал этого господина, справедливый вопрос: а кто это такой и почему мы должны его слушать? Мне интересно, чтобы эта педозра в Державной Израде была не только Шарию, но и всем шареподобным людям, которые выпустили такого рода людей в наш простор. И вот он загрязняет своим, загрязняет, загрязнял и будет загрязнять своей болтовней нам жизнь. Партии какие-то создают. Оля наколотая выступает. Наколотая — это термин времен помаранчевой революции. Выступает и собирается идти в депутаты. А Шария, мы не собираемся еще выбрать депутата? Ебай. Ну чё, фрилансер, допрыгался? Voy a la playa, ya subió la marea. Y la encontré. ¡Ay! ¡Eso!